Прихожане и духовенство Тульского храма в честь великомученика Дмитрия Солунского встретили светлый праздник Святой Троицы благотворительной ярмаркой, во время которой традиционно собираются средства для оказания помощи нуждающимся. В дни Святой Троицы мы молимся о том, чтобы ее единство в Святом Духе даровалось человечеству как церкви. Вообще выставка, Троицкая выставка, она стала уже традиционной. И в нашем храме, в нашем приходе люди ждут ее. Да, и уже загодя, после Пасхи подходят, спрашивают: «Батюшка, как мы можем поучаствовать?» Потому что, наверное, такой важный сегмент приходской нашей жизни. И вот решили вот как раз вот сегодняшнюю выставку, ярмарку нашу благотворительную, посвятить именно вот Тульской детской областной больнице, чтобы тоже поучаствовать в этом великом деле, да, потому что детки растут быстро, да, и каждый день, каждый, наверное, час очень дорог. И поэтому, если это будет все под рукой у специалистов, у врачей, вот эти все оборудования, там, как, чем мы можем помочь, да, что приобрести, все очень дорого. И, наверное, вот этим нашим участием хоть такую вот талику, малую капельку, да, добра внесем. И вот сердца наших прихожан и готовы, и откликнулись. Да, и вот, мне кажется, мы с удовольствием все в этом участвуем. Природа красивая сама по себе, а человек украшает хорошие дела. Я принимаю благотворительную акцию таким же детям, как и я, которые попали в трудную ситуацию. Праздник, именуемый в народе еще и зелеными святками, сопровождается в храме Дмитрия Солунского творческими мастер-классами и концертной игровой программой для всех участников благотворительной ярмарки. Мы в течение 3 месяцев вот, варили мыло, делали красивые брошки, делали заколки, какие-то поделки, чтобы порадовать тех людей, которые придут сегодня на ярмарку, ну и чтобы это все продать. Детки наши тоже участвовали. И вот сегодня вы видите, что мы все в русских костюмах, то есть мы стараемся соблюдать наши русские традиции. Сегодня у нас будут и хороводы, сегодня будут у нас и кукольный театр, и песни, и игры. Ну и я считаю, что вот такие общеприходские праздники, они позволяют, ну, лучше, что ли, прочувствовать вот эту нашу соборность, которую мы часто теряем. Один пришел в храм, помолился и ушел, а здесь мы все вместе и с Богом, и друг с другом. На ярмарке много вещей, чтобы продавать. Много вещей делали сами дети. Мы продаем игрушки, чтобы деньги отдать вот на препараты детям. Вот. Есть дети, делают брошки сами и вышивают. Приносят игрушки, книжки приносят, альбомы. В коробку кладут деньги. Я часто хожу в эту церковь и уже не первый год присутствую на этих благотворительных мероприятиях. Мы просто такая благодарность, здесь такое душевное состояние. У людей все радостные, чистые, благодушные. И поэтому я считаю, что и делает церковь большое дело, когда благотворительность проявляется в этом. И поэтому я считаю, что это нас так сближает, именно по состоянию, с каким мы сюда приходим и уходим. На Троицу храм украшают зелеными листьями. Этот обычай напоминает нам о том, как была украшена Сионская горница цветами и зеленью, когда к апостолу с неба сошел Святой Дух. В праздник Святой Пятидесятницы вспоминают и явление Аврааму Троицы у Мамврийского дуба. Поэтому украшенный зеленью храм напоминает и это вечно зеленое дерево. А еще набирающая силу зелень ветвей напоминает людям о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.